Осталось совсем немного до нового 2021 года. Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент Республики Беларусь. Я принял решение, долго и мучительно размышляя. Сегодня, в последний день уходящего года, я ухожу в отставку. Я понял, что мне необходимо это сделать. Беларусь должна процветать с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. А я, ваш покорный слуга, должен уйти на скромную должность императора Беларуси.